2 декабря Десногорск встречал федерального гостя. Город с насыщенной программой визита посетил депутат Государственной Думы Сергей Леонов. В начале рабочего дня вместе с главой Десногорска Андреем Шубиным он встретился с городским советом женщин. В здании администрации Сергей Леонов вручил представителям общественной организации благодарственное письмо от председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко. Она оценила вклад коллектива женщин в реализацию социальных проектов в Десногорске. Все задачи, которые мы поставили перед собой, к нашей радости мы сделали. Я благодарю всех членов Совета женщин, потому что это активные, неравнодушные женщины, которые в свободное от своей основной работы дела занимаются тем, чтобы жителям нашего города было чуть-чуть интереснее жить. На встрече также обсудили идеи будущих проектов и возможность содействия главы Десногорска и парламентария в их реализации. Я, например, могу написать, так скажем, сопроводительное письмо, то есть рекомендательное письмо в фонд президентских грантов от себя, как от депутата Государственной Думы, и, соответственно, просьба поддержать ваш проект. Деньги выделяются из резервного фонда, они идут через муниципалитет. Конечно. То есть как мы подтверждаем целесообразность, поэтому за счет тех обращений, которые идут к областному нашему депутату, там проводятся ремонты, проводится закупается какое-то оборудование. Муниципалитет вам может оказать помощь в подготовке сметных расчетов. Вот. А обратиться за помощью, откуда деньги можно взять, можно обратиться вот по таким механизмам. В ходе рабочего визита Сергей Леонов посетил и детскую музыкальную школу, где сейчас заканчивается ремонт хореографического зала. Деньги на него были выделены из областного бюджета. Финансовую поддержку также оказали администрация города и Смоленская АЭС. Возле зеркала. Совсем другой вид. Да. Уже что-то вырисовывается. Ну, благодаря, да, помощи с АЭС мы вот устранили то, что в прошлый раз вы видели, да. Еще одни ремонтные работы развернулись на территории детского сада «Ласточка». Здесь благоустраивают игровую зону, а также меняют асфальтное покрытие. Чиновник остался доволен ходом ремонтных работ, пожелал городу дальнейшего развития, а также выразил надежду на более частые встречи с десногорцами. Планирую также постоянно в таком же режиме работать и посещать город Десногорск, и будем проводить и приемы граждан, и встречаться с общественными организациями. Не так много получается мероприятий, и не так много людей охватить. Хотя хочется и другого, чтобы как можно больше встреч, как можно больше людей. И надеюсь, все это будет у нас в дальнейшем. Виталий Волков, Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.